Здравствуйте, сегодня хочу рассказать об этом растении, но честно говорю, его очень крайне тяжело снимать такой, из-за своей необычной листвы. Камера плохо фокусируется на нем. Сейчас попробую его показать вам. Как выглядят у него листья. Они такие очень воздушные, длинные. Очень необычное растение. Сейчас еще попробую сфокусировать его посильнее, получше. На лето я его выношу на улицу. Очень хорошо. Любит свежий воздух. Зимой бывает листопадит, когда не досмотрю за поливом. Растение очень влаголюбивое. Заливать боюсь. Иногда пересушиваю, и тогда он начинает листопадить. Земля самая обычная садовая. Солнце много любит. Солнышко и влагу. Вот больше вообще ничего, каких капризов от него не заметила. Даже если где-то он отлистопадил, он тут же быстро возвращается к своей кудрявой форме, красивой. Попробовала, еще поменяла фон. Может быть, так будет лучше видно. Если я его засушиваю зимой, и он пролистопадит, знаете, восстанавливается быстро, хорошо. Зимой стоял под искусственным светом. Лампы висели от него высоко, и лампы, свет от лампы заслоняли цитрусовые. И, в принципе, ему доставалось мало света. Я не заметила, чтобы у него листья стали какие-то бледно-зеленые. Значит, даже того небольшого света, что на него попадало, ему, в принципе, хватало для того, чтобы железо нормально работало в клетках. Если есть какие-то вопросы, я отвечу по ним. Спрашивайте.